А вот Кукушкин. Писатель, талант, несомненный талант. Я на него в этом году делаю большие ставки. Хозяйке платить надо. Кота кормить надо. Ты, брат Кукушкин, такую машину закрутил. Небо содрогнулось. Эпиграмма по рукам ходит. И что? Ну, смеются. Каково, а? Вечно ты такое найдешь, что в приличном обществе читать нельзя. Ну ладно, ладно, не суди. Не суди строго. Это же брызги шампанского. Это же тираж. Это же сбор. Это то, что надо публике. Ты за этим Пегасом следи. А то мы издание солидное. Нам лишние разговоры ни к чему. Анна Петровна, а вы не забыли? Перчатка белая, она же осталась у доктора на приеме. И как-то нехорошо. Пара разбита. Не ровен час барин заметит. Я пришел сказать вам, что таких людей, как вы, надо убивать без милосердия, как бешеных собак. Ильинична, сколько раз говорить, не беспокоит меня, когда у меня идет прием. Мило. Довольно. Мужчина, излеженный, как больница. Вы сердитесь, а зря. Ой, такой еси, ответила она, севший князю на шею, и завертел. Не твой день сегодня, Кукушкин. Да что тебе от меня еще нужно? У меня же и научная есть, пробух! Вот так проживете свою жизнь и выпотрошат вас. И поставят в углу, как этого, прости господи. Оденут колпак и грязными носками будут кидаться. И никто не поплачет. Ха! Понимаешь, любимое стихотворение забыл. Ничего, любимый, ты вспомнишь, обязательно вспомнишь. Я спешу. Au revoir!